Анкара достала свой главный козырь и грозит Европе открыть двери для беженцев, если не получит обещанную финансовую помощь. Об этом в четверг заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 3 года назад турецкие власти закрыли свои границы для мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, направляющихся через Турцию в Грецию, а затем в страны Западной Европы. Мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы. Либо вы оказываете поддержку, если нет, извините, больше мы терпеть не намерены. Почему мы должны нести это бремя в одиночку? В Брюсселе уточняют, что общая сумма помощи Турции по вопросу содержания мигрантов 6 миллиардов евро, из которых более 5,5 Анкара уже получила. Европейский Союз и Турция по-прежнему намерены сотрудничать по вопросу мигрантов, и мы надеемся, что сможем продолжить работу с нашими турецкими партнерами. Также президент Турции напомнил, что до конца сентября собирается сформировать зону безопасности в Сирии. Ранее военные Турции и США договорились о создании центра совместных операций. Цель такого сотрудничества – открытие буферной зоны на севере, которая бы стала защитным поясом для турецкой границы.